Я пока не ожидаю еще слишком многого, то есть я только начала знакомиться с девочками, только-только как бы начала все имена запоминать. Естественно, я за прошедшее время посмотрела очень много матчей сборной в записи, но, естественно, одно дело смотреть записи, а другое дело, как ты на самом деле находишься на поле с девчонками и, в общем-то, вблизи видишь их возможности. То есть мне, конечно, какое-то время нужно на то, чтобы полностью понять их возможности, развивать дальше то, что, чем занимался все эти 3 года Шалими. Прежде всего, я подготовила план, это план развития, можно сказать, сборной. Должны были ознакомиться все ключевые фигуры, как в РФС, так и за его пределами. На данный момент наша главная цель – это выход на чемпионат Европы. И главный соперник у нас в группе – это, конечно же, Италия, поэтому планирование будет заточено именно вот под этого соперника. Before we send it out, and the most the biggest part of this plan. Главное это нужно, чтобы было понимание того, что клубы это так скажем сердце футбола и основной процесс как тренировочный. Так и другие процессы, они проходят в клубах. То есть мы должны сконцентрироваться на том, чтобы дальше развивать клубные структуры, структуры соревнований, улучшать их, развивать их дальше. Но при этом нужно понимать, что на международном уровне, в международных играх действуют определенные, скажем так, международные нормы и стандарты. И я, как и в силу своего предыдущего опыта, я понимаю, что мы должны делать, как мы должны планировать свою подготовку. Я буду регулярно держать всех в курсе наших мероприятий с помощью своего блога. Я еще раз хотела бы пригласить всех, если тренировка будет закрыта, я это заранее объявлю. Если же я ничего не объявляю, то это, в принципе, открытые тренировки, они открыты для всех. И не забывайте читать блог. I will keep everybody up to date through my blog.